Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и это игра Воробоц. В прошлой серии игре Воробоц я попал два раза. Я играл 3 боя, как обычно, и попал первые два раза против кланов. Обалдеть. Также еще я в прошлом видеоролике я прошел опросник по поводу итогов 2020 года. Также еще на канале Братуха Лайф я провел сегодня стрим днем. И на стриме мы с Доком обсудили этот опрос итоги 2020 года и почему людям не понравилось 100 голды. Прошлые опросы люди проходили, ничего не говорили про оплату, а в этот раз разработчики решили дать 100 голды, и люди начали обсуждать, почему так мало. То есть 0 это нормально, а 100 голды это уже мало. У нас, как мы видим, нажимаем кнопку вот этих вот событий, ничего нет, кроме доната. Вот, пожалуйста, магазин, пожалуйста, покупайте, кто хочет. Вот, например, ссылочка 1100 рублей на 5000 голды, неплохо, да? Или прем-аккаунт 45 дней на тоже 1100 рублей и так далее. Гениально вообще, просто супер. В принципе, просто крутяк, только вкладывай денежку и все будет в порядке. Следующее событие, я не знаю, когда оно будет, возможно, не скоро. Событие должно быть к Рождеству, Рождество 25 декабря. Сегодня только 3 декабря, то есть когда это начнется, неизвестно. Может, за неделю до Рождества. Но играть уже без таких вот сундучков, уже можно сказать, что неинтересно. Играть ради чего? Ради операции, которую в группе Воробоц.рус устроила голосование, и там 3% из 500 человек, 3% написали, что купят эту операцию. Все остальные не согласились по тем или иным причинам. Кто-то сказал, что мало платины, было 600, стало 450. Кто-то сказал, что вообще 4000 деталей на Скорпиона, это ужас какой-то. Я, ребята, за то, чтобы роботы давались труднее, но прокачивались быстрее. Но я не за то, чтобы каждый раз операции делать все меньше и меньше призы. Давайте мы пойдем в бой, у нас есть изменения. Фантом на Скоржах вернулся вчера на стриме на Братуха Лайф. Также еще хочу сказать, что у нас есть группа ВКонтакте, где ребята делятся своими комментариями, мнениями и постами интересными. Очень интересная группа, Воробоц 18+, ВКонтакте. Также еще хотел бы сказать Илье большое спасибо, Артуру, диджей канала Братуха Лайф, диджей ютубера Братухи, уже больше года заказывает песни и радует песнями и треками моих зрителей, наших подписчиков. Большое спасибо Артуру, и отдельно хотел бы сказать большое спасибо Илье. Вчера Илья потратил в донат 400 евро. То есть общая сумма составила больше 45 тысяч рублей за вечер. Это реально был вечер братуки. Такого никогда не было, это самый максимальный донат. Он войдет в историю. 400 евро за вечер стрима. Это, ребята, Илье большой-большой респект. Живет он в Латвии, так же, как и Артур, работает он доктором. Вот, так что, ребята, Илье большой респектос, лайк прожимаем, обалденно вообще, здорово. Не пьет, женат, все нормально, в общем, чики-пуки. Давайте пойдем, ребята, в бой, будем нагибать. У нас, кстати, стычка, вот сейчас ходим против всех, в превосходство, потом в стычку, а потом против всех. Вчера на стриме меня просили сыграть против всех, я отказался. Нет на какого настроения на стриме впитывать против всех. А вот сейчас можно сходить, показать, что там за роботы. Посмотреть, что за роботы играют, как бы самому интересно. Но у нас, ребята, фантомчика в бою. Фантом вернулся. Да здравствует, ребята, фантом. Фантом бежит резво. Куда быстрее Раваны. Это супер. Поставил я его сначала на дробовики. Но они вообще промахиваются, мажут. И ужасный дамаг у них. Поставил вроде бы скоржи. Вроде бы как, ребят, хорошо. Так, смотрите, да? То есть куда симпатичнее. Также еще, ребята, хочу сказать, что у нас... Ой-ой-ой. У нас получается, что там получается? Что-то я хотел сказать. А, ну, в принципе, забыл. Ладно. Сейчас, получается, лечусь конкретно, да, и вот таким маневром обманул. Обманул противника. Обалдеть.
Давай, давай. Гори, гори, чпок. Вау. Обалдеть, ребята. Это фантомчик, ребят. Это фантомчик. Равана на таранах она тоже ждет. Сейчас попытаюсь забрать маяк. Ему надо висеть на центре или стоять на центре. Также у меня лечилка вернулась. Я эффекты, ну, вернул активные модули. Вот что я хотел сказать. Потому что у нас 8700... 9000 было энергоблоков, сейчас уже 8. И, ребята, стало, конечно же, играть намного интереснее. Вот сейчас я могу тебе помочь, могу прикрыть. Ага, уже не перед кем прикрывать. Как-то мы быстро разметили красноперах. Можно сказать, что мы, наверное, кланом играем. ОПГ, РУС. Нет, не кланом. Но кланы присутствуют, вижу кланы. Меня сзади, конечно же, лупит Скорпион. Мне пофигу. Выжигаю полностью робота. Но вряд ли, что это я выжигаю. А вот и Титана сейчас маленько поколупаем. Опять я включил лечилку и спалил зря 20 энергоблоков. Чистая игра на фантоме. Непонятно был бой. Вчера бои были против клана. Сейчас, не знаю, второе место. Миллион дамага. Чисто на одном фантике со скоржами. И мы топ-2. Один убитый, 4 маяка зато взято. То есть фантом рулит, ребят, пока что рулит. Что у меня стоит на фантоме, спросите вы. Сначала отвечу на другой вопрос. Почему фантом я вернул? Почему был фантом убран? Был проведен эксперимент, когда пошли слухи о том, что будет нерфиться фантом, это месяца два назад, да, сказали, что ему урежут скорость, мы договорились с ценными людьми, с ценным кругом людей, и я убрал из игры фантома, и нерфа не состоялось. Сейчас, ребята, мы договорились, я вернул фантома, и, конечно же, будем теперь смотреть на реакцию пиксоников, то есть фантомчик у нас, ребята, продолжает рулить, посмотрим, что будет дальше. Коснется ли его опять нерв, потому что братуха на нем стал играть, или все-таки нет, не коснется. У меня спарк 11 уровня, к сожалению, этот спарк у нас 24 уровня, он наносит 3900, а 11 уровня наносит на 20% меньше, 2900, то есть на 1000 меньше, представляете, это неплохо. Модули у меня стоят Last End 6, Неконтроль 2 и Heavy Armor Kit 1. То есть, ни того модуля я их поставил для увеличения ХП и поставил антиконтроль, как бы. Но для того, чтобы... Как-то вот... У меня больше нет других модулей. Вот Heavy Armor Kit есть, да. И в принципе, все. На атаку модулей у нас нет. Есть, но 4% это ни о чем. Так что поставил такие модули. Они, к сожалению, у нас не прокачаны. Но что есть, то есть. Давайте сейчас, ребята, пойдем в стычку. В превосходство мы быстро нагнули. Стычка у нас вроде как без голды. Так, просто посмотрим, что у нас там находится. Голду вроде не тратишь, я так понял, да? Это у нас гонка, смертельная гонка, да. Смертельная битва. Найтингел на новом вооружении, там что-то вольты, мальты, вот такое вот. Модули у них стоят все активные на что-то погашение. Ардельт Блиц на каких-то пушках тоже, Равана на... Это новое вооружение, все. Ну давайте возьмем Блица. А, что-то это серьезно, что ли, музыкальные пушки такие? Я думал, они круглые прям. Странно, это... Или другуны такие? Что-то вот непонятно, что за пуханы такие? Ну да ладно, что там? Непонятно так, непонятно. То есть, подождите, что надо сделать? А, все, понял. Активируешь способу и убиваешь человека с первого раза. Ну, это супер. Да, можно не стрелять, в принципе. То есть, убийство с первого раза. Вот эта стычка. Еще так никто и не понял, в чем прикол, да? Понятно. Пытаются друг друга долбить. Окей, окей. Не вопрос. Пошел нахер, как говорится. Да, ребят, в общем, такая стычка интересная. Единицы только поняли, в чем прикол, и то, наверное, нечаянно убили. А-а-а! А-а-а!
Так, а чё это он не стреляет? А, это Надь, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Айрам понял, в чем прикол, ребят. Это был Надь, ну да, блин. Единственное, что меня спасет, это... Готов, нахрен. Меня спасет Астрал. Ага, включил свою хрень. Готов меня убивать. Хрень сгорела. Блин. Ага, нифига себе, что это у него там было? Найтингейл будет садиться, включать свою фигурку, летает надо мной прям, крыса. Да-да, ребят. Ох, нихрена. Ха-ха, веселая стычка, ничего не могу сказать. 9-8. Что-то оружие надо перекинуть. А, все, все, понял. Ха-ха-ха-ха, мимо! Классно, лодки. Побегал бы на лодке. А не понял. А как это было сделано? Понял? Все, покидаем бой. В принципе, понятно, стычка опять грибная. Но интересная такая по одному выстрелу, да. Я зайду на стриме сегодня на этой стычке поугарать. Попробуем на раз, два, три побегаем. Не люблю, когда у нас есть вот такая вот фигня. 8 горит. Вроде я вот, все. И плюс 10. Все нормально. Жалко, конечно, что нет у нас, не будет заданий. Печально. Ну и обещал против всех зайти, посмотреть, что там творится. Давайте попробуем, посмотрим, что там ждет нас впереди. Интересно посмотреть. Мы получим там люлей или все-таки на смерть? Будет видно. Спасибо, что играешь в Warrobots. Давайте Фантома возьмем. Так, Фантома возьмем. Посмотрим, что там для разведки. Ого, я первый, да? Ага, как всегда. Вот нахрен оно мне надо. У парня что у нас там? Ёп-моё. Вот, ребята, и вам вот такая вот фигня. Максимум, что как мы можем выжить, это прятаться. Да-да, прятаться. Но спрятавшись, мы выходим в бой. И что нас ждет, ребята? Ага, ждет то, что он в Астрале. То, что он в Астрале. У него есть шикарные пушки, он второй раз в Астрале, уже два Хоука, как вы видите, да? Братуха на перезарядке, сейчас Хоук один залетит, убьет этого Хоука и убьет меня. В принципе, все, ребят. Разговор окончен, да? И что у нас там? Убью я его, нет? Убил, чудо. Но это же ерунда, вон там, смотрите, третий Хоук... Это же ерунда, они же сейчас опять кукол будут брать, правильно? Вот, пожалуйста. Вы думаете, что-то там такое интересное, да? В режиме против всех. Нет, там хоуки. Ничего интересного для меня нет, это проигрыши. Чудом я кого-то все-таки могу убить. Но это огромное чудо. Это тупо повезло. Это фрагодрочество называется, понимаете? У меня нет желания играть в режим против всех. Нет, никакого. Паук, пожалуйста, взлетел. Вот шкварка начинается. А ты прячешься, как крыса. Потому что в ответ стрелять нельзя. В ответ стрелять будешь, умрешь. Но я его должен хотя бы до ластенда довести. Вот фрага дрочество начинается. Или умный братуха. О, килл просрал. Потому что хук забрал. У него дамаг-то куда больше, чем у меня.
Тут хоть прячься, хоть не прячься ее. Там два нуклеона, два атомайзера. Две суперпушки. Пушки нового поколения. Вот опять третий, потому что бесполезно. Ой, ребята. Я такого еще имбового робота не видел. Вы скажете, братуха, это тебе один раз так повезло. Другие разы повезет лучше. Я скажу, ребят, я даже не хочу и испытывать другие разы, серьезно. Опять фраг не достался. Опять фраг не достался. Хороший режим превосходства, это против всех вообще. Хороший. Огонь. Дурак какой-то слился. Бывает. Мой скилл, ребята, здесь абсолютно ничего не решает. Вот у него астрал. Да, сгорел. Как нефиг зафиг. Давайте попробуем дальнобойного оружия. Типа подловил, застанил. Титан минус. Ну, где холки, ребят, там и титан минус. Холк его ждет. Ждет, ждет его холк, ребята. А, ну понятно. Что там, блин? Артур сзади меня долбит. Сейчас его убьют. Сейчас главное мне вот этого парня застанить. А, он... А я думал, он на 600 метров будет бить. А, нет, на 500 быстро сократил дистанцию. Прыжок. Нейтралка. Фраг забрали. Ой. Будем биться дальше, давайте. Опять фраг забрали. Я бы на месте дурака Артура стрелял бы в минус. Но покер, ладно. Меня-то лучше убить, конечно. Беда. И в него стреляешь, тоже получаешь дамаг обратно. Фраг заберут. Забрали. Это Хоук уже на музыкальных пушках. 200 метров. Классные бойцы играют против всех. Ребята, это шикарно. Равану берем. Я включил лечилку, бесполезно, да? Астралку включил, убегаю. Догонит. Не вон, так другой. Три хоука, как минимум, в чемпионке. Ну, кида я не буду выводить, что там. Не хочу, блин. С кидом я вообще как ребенок. Вот, режим против всех. Хотели поиграть, пожалуйста? Я играю, ребята, 4 года. Такого позора со своим ангаром я еще никогда не испытывал.
Осталось там 10 секунд случайно, и все. Интересно, я на четвертом месте. Интересно, мой дамаг там. 500 тысяч есть. Четвертое место. Интересно, да? Результаты боя. Сейчас посмотрим. 228 тысяч серебра дали. 2 миллиона 500. Ну, 2 миллиона 500. 4 600, 4 300, полтора ляма. Каракодарах и SR Pro. Ну, одного мы можем посмотреть. Двоих мы можем посмотреть. Это тот парень, который в лидерах 17 убил. 17. Этот 10. Этот 6, я 4. 17 выжиг. Просто 17. Обалдеть. Это... Я не помню такого, чтобы по 17 я киллов делал. Это на чем я делал? На спектре или на чем, я не помню. Просто не помню. На фантоме, может, я и делал 18 киллов, не помню. Короче, минус 150 и так далее, да? Фенрир, хавк, 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 хавк. Все, даже не хочу дальше смотреть. С вами был Братуха. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, оставляем свои комментарии. И не суемся в против всех. Ну, нечего там делать, ребята. Играйте в другие режимы. А против всех пусть бьются донатеры. Пока-пока.